Друзья, приветствую вас. Это вторая часть обзора. Давайте рассмотрим, что нас в первой половине дня ожидает на открытии российского рынка по основным инструментам, по нефти, по золоту, по серебру, по евро-доллару, а также по российским голубым фишкам. Подписывайтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал и черпайте то, что вам нужно. Так, друзья, давайте начнем с нефти. Ну, смотрите, по нефти у нас там ожидается просадка и боковик, точнее просадка в рамках боковика. Вот сейчас наиболее вероятный сценарий, у нас отсюда разовьется движение, и цель этого движения будет сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Этот сценарий не сработает, если на объеме будет пробитие вот этого значения. Если такое происходит, у нас первая цель движения будет вот сюда, вот, ну небольшой совсем ход. И потом отсюда будет рывок с целью тестировать 45,8. Если 45,8 пробиваем и закрепляемся, то считайте, что мы перешли на другой энергетический уровень. Я думаю, сейчас более вероятно корректирующее движение вот сюда, вот в этот диапазон. Если эта корректировка затягивается и происходит пробой вот этого диапазона, то у нас следующая цель движения будет 43,5. Так, далее золото. Ну, смотрите, по золоту, я думаю, здесь у нас продолжится корректирующий откат. Точнее, не откат, а движение наверх. Первая цель этого движения, которая состоится по факту пробоя вот этого диапазона, будет вот сюда вот. Если здесь закрепляется, начинается проторговка, потянут сюда и потом возможно тестировать на пробой вот этот вот хай в номинальной стоимости, который мы уже наблюдали. В том случае, если отсюда развивается движение вниз и мы получаем пробой вот этого значения, то, соответственно, отсюда будет движение, цель которого сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Это 4-часовик. Так, ну и на 15 минутке, что у нас здесь происходит? На 15 минутке сейчас, если мы не пробиваем вот этот диапазон, у нас в рамках часа 1-2-3 развивается корректирующий откат. Целью этого отката движение на 1952,5. Вот сюда вот. Если здесь мы не удерживаемся, пробиваем 1950, то у нас развивается движение, цель которого будет сходить на 1943-1942. Так, по серебру у нас наметился корректирующий откат. Цель движения у этого отката находится вот здесь, вот на 27,5. Если мы сейчас на 27,5 приходим и здесь закрепляемся, то по факту движение наверх и пробитие 28, мы сегодня-завтра можем увидеть 29. Но юрики делают ставку на то, что серебро будет проседать. Поэтому, как минимум, скорее всего, будет какой-то задерг, цель которого будет потестить вот это значение. Если пойдет пробой вот этого диапазона, то по серебру мы увидим просадку, цель которого движение вот сюда. Но если мы пробиваем 23,6, 23,5, то у нас разовьется, возможно, очень сильный откат, цель которого будет 20-19,5. Пока, я думаю, здесь все-таки больше вероятен отскок наверх, сюда и сюда, с коротким задергом, куда-то вот сюда. Вот. Так, фьючерс РТС, ну смотрите, юрики делают ставку на его просадку. Ну как бы мы вот эту цель отработали, закрепились выше сильного уровня. Это позитив, это указывает на то, что рынок могут еще протащить наверх. Вот. Но здесь в целом все равно необходим какой-то корректирующий откат и выпуск пара. Цель этого отката движение вот сюда вот на 129 500. Так, ну и смотрите, вот здесь по часовику, что у нас здесь намечается. По часовику, если мы с утра пробиваем вот этот диапазон, у нас отсюда развивается движение по направлению 150 000. Но здесь, наверное, я так предполагаю, первая цель будет 134 500. Так, если у нас с утра все-таки пойдет корректирующий откат и пробой 131 900, то мы отсюда сразу просядем вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и в случае пробоя 130 300, мы уйдем отсюда тестировать вот эту линию, которая 127 300. Вот я думаю, здесь какое-то будет корректирующее движение сюда-сюда. Вот. Но это в том случае, если сразу не пробьем, поскольку нефть подросла, вот это вот верхнее значение. Если все-таки пробьем, то полетим на 134 500. Так, евро-доллар, дневной график. Но смотрите, здесь идет поджатие и попытка сходить
на перехай. Кто-то увидит голову и плечи. На мой взгляд, головы и плечи здесь нет, потому что абсолютно кривая картина. Вот, давайте часовик посмотрим. Так, ну часовик здесь достаточно боевой. Вот если сейчас пробиваем 1,1870, то у нас ближайшая цель движения — это тестирование перехая на целые 19.16. Это движение не пойдет в том случае, если будет откат и пробитие 1,1840. Если таковое происходит, у нас отсюда развивается откат. Цель этого отката 1,1810, 1,18. Если происходит при этом дальнейшее движение и пробой 1,1770, то, скорее всего, вот этот тренд ломается, и мы уходим на 1,17. И здесь уже, возможно, будет слом тенденции и рост доллара к евро. Но пока, я думаю, здесь будет движение с целью вот этот перехай взять. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, по Сбербанку остались вверху цели 256-273. Однако здесь, я думаю, все-таки надо выпустить пар и скорректироваться, сходить на 235,4. Я думаю, сейчас будет движение вот в этом диапазоне. И на открытии, в том случае, если у нас будет пробой 238, мы уйдем на 235,4 вот сюда вот, в этот диапазон. Если пробоя не будет 238,4, то мы остаемся в этом верхнем диапазоне и по факту проторговки в самое ближайшее время задерг на 256,5. Так, Газпром. Ну, смотрите, по Газпрому мы закрыли вот этот гэп. Отлично. Отлично. То есть самое ближайшее время, с учетом того, что растет цена на газ, высока вероятность того, что будет отработано 200 и потом 205,5. Сейчас вот здесь разворотная формация. И в том случае, если эта разворотная формация пробивает 190-190,5 на объеме, то у нас ломается все это движение, и мы идем вот сюда, вот в этот диапазон. Если такового не происходит, мы сегодня можем сразу пробить эту крышечку и улететь на 200. Можем какое-то время проторговаться в диапазоне 191,5-194,5. И потом сходить на 200-204,5. Так, ГМК. Ну, ГМК у нас заперт был вот в этой проторговочке по дневному таймфрейму. Сегодня, скорее всего, будет пробой верхней границы 21 тысяча и уход в район 22 тысячи. Этот сценарий не сработает, если на открытии мы пробиваем 20500. Вот если 20500 пробиваем, то здесь, вероятно, мы вернемся даже вот сюда, вот в этот диапазон. Пока здесь больше вероятность на то указывает, что будет пробой 21, движение на 22. Так, ну и вот часовик. По часовику у нас, вероятно, движение будет прямо с утра на открытие на 20 921 тысячу. И здесь по факту пробоя 21 тысячи состоится уход на 22 тысячи. Я думаю, с утра мы как минимум вот сюда вот сходим и потестим вот этот вот диапазон с хвостиком. Вот. Сценарий не срабатывает, если на открытии откат и пробитие вот этого диапазона. Тогда мы уходим под сильный уровень 20 300. Так, друзья, далее Северсталь. Ну, по Северстали здесь, скорее всего, у нас будет на открытии в первой половине дня движение наверх. Китай растет, прет его немерено. Вот. На фоне этого весь чермет, скорее всего, извернется и полетит тестировать и пытаться пробить недавно достигнутые локальные хаи. Там у Северстали это 978, у МК и НЛМК там другие значения. Я думаю, они здесь развернутся и сегодня попытаются пробить локальные хаи и пойти выше к ближайшим целям, которые мы с вами ранее обсуждали. У Северстали это 992. Выше идет уровень 1054. У ММК и НЛМК немножко другие. Сценарий не срабатывает, если на открытии пробиваем 962-960. Если таковое происходит, развивается корректирующий откат на 946. Так, друзья, вот по Роснефти. По Роснефти у нас идет упорное поджатие. Здесь вот вопрос в том, будет или не будет сегодня пробитие 390. Если 390 на объеме пробиваем, есть незакрытая цель на 411, пойдет на 411. Если все-таки в рамках проторговки с утра будет пробитие 384, то посыпется и сходит на 381 и ниже.
Так, друзья, далее ВТБ. Ну, смотрите, по ВТБ, я думаю, сегодня все-таки его вот сюда, к верхней границе, погонят. Это пойдет, произойдет в том случае, если с утра мы пойдем на 3,79, пробиваем, то сразу состоится движение наверх. Он сейчас находится в проторговке. Видите, здесь была сначала попытка слома отскока, потом она перешла в диапазонное движение. В том случае, если мы с утра видим пробитие 3,7464 на объеме, у нас развивается откат коррекционный, целью сходить вот сюда, на это донышко. Пока по ВТБ, я думаю, более вероятно движение наверх. Так, ну и вот часовик по ВТБ. Здесь, собственно говоря, все указывает на то, что, скорее всего, пойдет движение на 3,8, пробой. И потом попытка на 41 сходить, но это уже чуть позже. Все, друзья, спасибо за внимание.